بسم الله الرحمن الرحيم حم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. Во имя Аллаха, милостивого, милосердного. Хамим. Писание это, Коран, ниспослано Аллахом, всемогущим, наимудрейшим. Инна фис самавати валь арди ла аяти лиль муъминин. Ва фи халькикум ва ма ябуссу мин да. واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ آيَاتٌ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ. Воистину, на небесах и на земле знамения для тех, кто верует. Для убежденных в вере людей знамениями также являются сотворение всех вас и животных, которых Он расселил по земле. Смена ночи и дня – удел, который ниспосылается Всевышним с неба и которым оживляет Он землю после ее засухи. Смена ветров – также знамение для людей, разумеющих. Все это – знамение Аллаха, которые читаем мы тебе истинно. Так, в какие же слова после слов Всевышнего Аллаха и Его знамений многобожники уверуют? ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم. وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا. О горе всякому лжецу и грешнику! Он слушает знамения Аллаха, которые ему читаются, а затем гордо упорствует в своем неверии, словно вовсе их и не слышал он. Порадуй же, Мухаммад, его вестью о мучительном наказании. Узнав что-либо из знамений наших, он обращает их в насмешку. Уготовано унизительное наказание для таких, как он. ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم. هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم. Уготован им ад. Их не спасет то, что приобрели они в земной жизни, и те, кого они взяли себе в покровители наряду с Аллахом. Им уготовано великое наказание. Коран этот
руководство к прямому пути, а тем, которые не уверовали в знамения Господа своего, уготовано самое страшное наказание. Аллаху, الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه Инна фи залика лааяти ликауми йатафаккарун. Аллах тот, кто подчинил вам море, чтобы по его велению там плыли корабли, и чтобы вы искали щедрот от него, быть может, будете вы благодарны за его милость. Он также подчинил для вашей пользы все, что на небесах и что на земле. Воистину, знамение также и в этом для тех людей, кто способен размышлять. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون. Скажи, Мухаммад, уверовавшим, чтобы они простили тех, кто не страшится наказания в дни Аллаха, чтобы он воздал людям за то, что они совершали. Кто совершает добрые дела, тот поступает во благо себе, а кто зло творит, то вредит он себе. Потом ведь вы будете возвращены к вашему Творцу. الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. Мы прежде уже даровали сынам Исраила Писание, Тору, а также власть, чтобы рассудить людей, и пророчество. Даровали мы им блага и возвысили над прочими людьми их времени. Даровали мы им также указания ясные в вопросах веры. Они же разошлись в своих мнениях после того, как знание к ним явилось по причине зависти и вражды друг к другу. Воистину, в день воскресения рассудит твой Господь в том, в чем разногласили они. إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. Потом мы по велениям своим наставили тебя, Мухаммад, на путь божественных велений. Так следуй же этим путем и не следуй за страстями тех, которые не знают пути истины. Они ведь нисколько не спасут тебя от наказания Аллаха. Воистину,
Ведь нечестивцы эти являются лишь защитниками друг друга, а Аллах же — покровитель всех богобоязненных. هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ Коран этот — ясные знамения для людей, наставление на путь истины и милость для людей, убежденных в воскрешении. Неужели те, кто вершил зло на земле, полагали, что мы их приравняем к тем, кто уверовал и совершал добрые дела, как при жизни, так и после смерти? Как же неверно они мыслят! Аллах сотворил небеса и землю, чтобы явить истину и ради того, чтобы каждый человек получил воздаяние за то, что он приобрел из добра или зла, и не будут они ущемлены. أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أفلا تذكرون وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون Видел ли ты, Мухаммад, того, кто обожествлял свои низменные желания? Аллах же, ведая об этом, ввел его в заблуждение, запечатал ему уши и сердце и закрыл завесою ему глаза. Так кто же сможет наставить его на путь прямой после того, как от него отвернулся Аллах? Неужели вы, нечестивцы, не образумитесь? Они же в ответ утверждали: кроме нашей мирской жизни нет другой после смерти. Мы умираем и рождаемся, и губит нас только время. Но нет об этом знания никакого у них. Все это лишь их предположение. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَا كَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا ائْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ Когда же читают им наши ясные аяты, доказывающие воскрешение, у них один лишь довод: воскресите же наших отцов, если вы правду говорите. Отвечаем, Мухаммад, Аллах дарует вам жизнь, затем шлет вам смерть, а потом Он соберет вас всех в день воскресения, и в этом нет никакого сомнения.
Но большинство людей не знает об этом. ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. Аллаху лишь одному принадлежит власть над небесами и землей. В тот день, когда наступит час судный, будут в убытке все те, кто его знамение ложью посчитал. И ты увидишь в тот день последователей каждой религии коленопреклоненными. Их общины призовут к книге их деяний, и будет им сказано: «Воздастся вам сегодня за все то, что вы творили на земле. Это наша книга о всех ваших деяниях, которая истинно говорит про вас, ведь мы записывали все, что вы совершали». أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. А что же касается всех тех, которые уверовали и совершали добрые дела, то их ведет Господь свое милосердие, то есть в рай. Это и есть истинный успех. А тем, кто не уверовал, будет сказано: «Разве не читали вам знамений моих? Но возгордились вы и стали неверными. Когда же говорили вам, что истинно обещание Аллаха и что судный час непременно наступит, вы отвечали: „Не знаем мы, что такое судный час. Мы полагаем, что это одно из предположений, и не имеем мы твердой уверенности на сей счет“. Однако им открылась мерзость всего того, что они вершили, и их постигло то наказание, над чем они насмехались. وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين
Будет сказано многобожникам: сегодня мы вас предадим забвению, подобно тому, как забвению предали вы встречу с этим днем, пристанищем для вас будет огонь, и никто не сможет вам помочь. Это наказание вам за то, что издевались вы над знамениями Аллаха и предались соблазнам мирской жизни. В день тот никто не будет в силах вызволить их оттуда, и не потребуется их покаяние. Хвалы достоин лишь Аллах, Господь небес и земли, Господь обитателей миров. Лишь Ему одному принадлежит величие на небесах и на земле. Он – всемогущий, наимудрейший.